телефона можно с одним положить. Рядом с тобой. И проверьте, пожалуйста, что маски вам подходят, что там все отрегулировано, потому что они там как-то завязываются, там под каждого игрока можно расширить, там уменьшить. Сделайте это, пожалуйста, сейчас. И еще такой маленький момент. Я когда вам что-то говорю, там, скажем, движение ваше не принято. Говорю, нужно выставлять так. Выставляй игрока номер 6 на голосование. И мне не надо отвечать, когда ваше время кончилось, говорит, а, хорошо, выставляю номер 6 на голосование. За это ставятся фолы. При голосовании, что-то вам непонятно. Там не знаю, вы думаете, что мне неправильно посчитал голоса. Сделайте что-то такое, типа, и ничего не говорите, я еще раз все пересчитаю. Вот такое нужно сделать. Ничего не говорить. Я еще раз пересчитаю голоса и скажу, кто кого там убили, сколько прошло голосов. Говорить там, а, я же голос 4-4, нет. То есть за это будут ставиться фолы. Если предложение какое-то двойное, я же голосовала против игрока номер 5. Ведущий, вы же не... За это два фола. То есть, такое. Что такое? Еще? Выставляете. Я выставляю на голосование игрока номер 5. Или я выставляю игрока номер такой-то на голосование. Желательно ставить ручку вот так. Если принято, я говорю, принято. 5 принято. Если не принято, я говорю, сделай это корректно, либо говорю, не принято. Просьба не шептаться, губами вот так вот не двигать. Вот так не делать, и меньше мешать другим игрокам говорить. И не натрагиваться других игроков. Тоже. Ну, я думаю, в принципе, все. Давайте посмотрим. Мы обнялись, это пол. Нас кто не послушивает? Прекрасно. Больше не стараемся так не делать. Айри, что бери, пожалуйста, телефон? А снимай. С крутой камерой. Айриш. Убрала? Ну, и так, я гуляю игру начавшийся. Прошу мужчин стоя аплодировать прекрасным дамам. И я начинаю представление игроков. Задним словом играет игрок номер 1, госпожа Айриш Квин. Игрок номер 2, госпожа Стоун. Игрок номер 3, господин Позитив. Игрок номер 4, господин Джокер. Игрок номер 5, госпожа Гарсенес. Игрок номер 6, господин Абрам. Игрок номер 7, господин Бреттон. Игрок номер 8, госпожа Джул. Игрок номер 9, госпожа Лира. Игрок номер 10, господин Аста. Город засыпает. С этого момента правила игры мафия вступают в силу за любые нарушения правил. Буду ставить вам замечания. Прошу всех, без исключения. Thank you.
Спасибо. Итак, каждый розовый ролик. Я Смотрите, добавлю время. Сейчас. Очень меня боятся. Я поела хорошо, я позитивно настроена, так что я не понимаю, потом скажешь. Вот, и я сосредоточена, больше ошибок не будет, паста мирный, все нормально, с ним играю. И остальных буду слушать очень внимательно. В следующий круг я вам расскажу, кто мафия. Спасибо. Спасибо и вам, госпожа Шторм, минута ваша. Доброе утро, город. Я приветствую тех, кого знаю, и тех, кого не знаю. Я мирная. Вещь первого игрока хорошая, наверное. Смотрим. Всем желаю хорошей игры. Надеюсь, что мы победим. Спасибо. Спасибо и вам. Господин Позитив, минута ваша. Доброе утро, город. Ночь справа был в этот движ. Мне показалось, что номер два как-то там. Я пока не посмотрюсь, я не говорю, что страшно. Номер два, у меня под подозрением, номер один, я не знаю ничего. Вот, я надеюсь, что красные сегодня выиграют, потому что я красный игрок, играю в красной команде, мне нужна красная победа, все. Спасибо. Спасибо вам, господин Джокер, минута ваша. Доброе утро, город. Я красный игрок, и пройдемся по игрокам, первый номер. И я красная речь, нормально, открыто, я с удовольствием поиграю с первым номером, порвем мафию. Двоечка в мафии. Да. Хорошо. Девять вы тоже вместе с ними? Нет? Ну посмотрим. Мне не понравились по просыпанию игроки 9 и 2. Бодро, очень бодро. Просто я так заметил, может я ошибся. Не берите меня за прорицателя. Ну вдруг. Троечка. Ну, как-то плохо. Сразу шорохи. Вообще надо уши закрывать. Лучше всего. Пять уши. И у вас время. Спасибо вам. Госпожа Мерседес, минута ваша. Единичка меня что-то вдруг порадовала внезапно. Как-то. Очень такая уверенная речь. Прям вдохновляет. Ну, я как обычно мирный житель.
новый игрок за столом, очень приятно. Пока что ничего особенного, пока что у меня нет определенного мнения. Если вы хотите играть с красным игроком, пожалуйста, можно попробовать сотрудничать. И четверка, я не очень успела вникнуть, извините, здоровье подводит, поэтому я послушаю вас на следующем кругу. Спасибо. Спасибо вам. Господин Абрам, минута. Уверенно поиграю в команде 3-4-5-6. Двойку считаю черным игроком. Речь единицы у нас, ну, скорее красная. Ну, я не готов вам дать цвет за вашу речь, но пусть будет красная. Вы даете десятку красным игроком, пусть побудет. Вот, двойка черный игрок. У меня пожелание такое. Меня стреляют в первую ночь в каждой второй игре. Вот. Давайте эту традицию немного разрушим, хотя бы на один круг. Просто будет немножко обидно. Вот. Шерифу, если вы слышали мою речь и найдете меня игроком красным, я на речи игрока там на любой покажу, кого бы я хотел на проверку. Я буду считать, что эта проверка ключевая. Выставляю игрока номер 2. Двойка считаю черный игрок. Если никто не будет выставить, неактивировать, просто все бонусы за игрока номер 2 получу. Вот. Ну, да, мы же все на очки играем, тут такое дело. Вот двойка только, точно черный, когда тройка и тройка некорректно мне въехала, двойка по факту, вот она вот злотнула, не отреагировала. А когда четверка искала, что она просто улыбнулась, она же даже не отреагировала никак, поэтому двойка точно и черный. И у вас время, спасибо вам, господин Бэтмен, минута. Ну я не знаю, как точно двойка черный игрок, но вот речь не единицы, не могу дать цвет, вы типа интуит сказали, что на следующем круге я вам дам всех черных. Двойка тоже речь не очень. Наверное, ближе к черному. Тройка говорит, что слышала шорохи, но это нельзя говорить. Даже если услышал, нельзя, это неэтично, так сказать. 1-5 я не поиграю. Поиграю только с игроком номер 6, хотя он сильно уверен, что игрок номер 2 черный. Что? Сейчас спросил. А, вы с ними играете? 3-4. 3-4-5. Понятно. 10. Ланес. Ну, 2 и 3 я с вами играю первый раз, поэтому я не знаю, как вы себя обычно там вводите. Да. И у вас время. Спасибо вам. Госпожа Джо, минута. Группа номер 7. Вам не обязательно полностью повторять речь игрока номер 6. Это более субъективное мнение. Поэтому в случае, если вы не хотите играть с этими игроками, не играйте. Из-за того, что я посмела себе заявить такое замечание по поводу шестерки, это еще ни о чем не говорит. Игрок под номером 1. Молодец. Ну, провокации. Уважаю. Молодец. Десятка, кстати, очень хорошо на нее отреагировал. И в последующем тоже неплохо реагировал. Речь двойки. Я уже обжигалась сколько? 2 раза на вас, да? Поэтому я придержу коней. Пока дам вам стабильный серый цвет. Не буду говорить про черный, потому что 2 игры я настойчиво утверждала, что она черная, она выходила красная. Просто замечаю. Игрок под номером 3 не играет с 2, по каким-то моментам, хорошо, мы это пропустим. Игрок под номером 4 играет с игроком под номером 3 или не играете? Уже не играете. И у вас время. Спасибо вам. Госпожа Лира, ваша минута. Ну, я не люблю первый круг раздавать цвета, как я уже говорила, но игрок номер 1, мне кажется, красным. Игрок номер 2, я поддерживаю игрока номер 8, я тоже с ней играла. Ничего не значит ее реакция на вашу провокацию. Это вполне возможно красная, поэтому рано делать выводы. Тройка прислушивается. Но тоже, кажется, мне красный. Четверка, думаю, красный. Пятерка. Не знаю, вот мне кажется, все хорошие. Знаете, вот шестерка, вот считаю, красная однозначно. Семерка, ну, нормально. Да все нормальные, всех люблю. Буду дальше смотреть. Спасибо. Спасибо и вам, господин Аста, минута ваша. Да. Ну что, дамы и господа, пилить будем или не будем? Никто не хочет пилить, видать, печаль. Я за этим столом поиграю с игроком номер 4. С игроком номер 8, слышал я оттуда голос разума некий. И осторожно с игроком номер 1. 2-3 мне оба не нравятся. Я думаю, что среди них сидит одна мафия, но я окончательно еще не уверен. 2 это или 3, которые по жестикуляции как-то очень вот нервно это все было. Я не знаю, я с тобой никогда не играл, может быть это у тебя обычно так.
Терка как-то очень вяло. Шестерка почему-то рисует 3-4-5 вот, однозначно мирные. Я вот четверку увидел мирной, 3-5 не знаю. Семерка повторил это все, сказал, что... Короче, семерка и восьмерка мне не понравились. Семерка и девятка мне не понравились. 10, типа. Восьмерка ничего так. Все, пилить не будем. Проиграем так. На расслабончик. И у вас спасибо. Время. Спасибо вам. Город засыпает. Прошу всех убрать руки и локти. И все это дело с игрового стола. И голову положить руки на порядок. Нам переходим на работу. Вы готовитесь к игрока. Номер один. Номер два. Номер три. Номер четыре. Номер пять. Номер шесть. Номер семь. Номер восемь. Номер девять. Номер десять. Уезжайте. Сделано было дело, мать ударяет. Поднимается ножик. 10 секунд. Доброе утро, город. Утро оказалось добрым. Для города недобрым для матери, в городе Промах, игрок номер два, госпожа Шторм, вы говорите, вас не били, ваша минута. Все по сути никто не выставляет. Это первый фол господина Брам. Госпожа Шторм, у вас еще 55 секунд. Доброе утро, город. Я не понимаю твою жестикуляцию, я не поняла вообще этого момента. Шерифский круг. Бэтмен, это первый фол. Чтобы не договорилась мафия? Нет. Вы должны сказать слово спасибо или паш, чтобы хочет свою речь. Спасибо и вам. Игрок номер 3. Спасибо. Спасибо. Игрок номер 5. Спасибо. Игрок номер 6. Немножко позволь. Все должны, в общем-то, сказать желательно так. Вот. Игрока номер 1 никто черный не назвал. И она не подозрительная. Даже если она кого-то выставит, ей просто не нужно будет это делать. Даже если бы она черный попадет. Вот. Я очень подозреваю игрока номер 7, считаю игрока номер 7 черным. Вот. У меня самый подозрительный по столу игроки 2, 7, 9. Вот. Четверка и пятерка, мне 3, 4, 5 я по-прежнему играю. Вот. Десятка взял уверенно восьмерку в команду, но десятка не взял команду меня. Для меня это странно, то, что вы не хотели попилить. Вот. Поэтому, если есть проверка игрока номер 9, не надо выставлять, даже если есть какая-то черная проверка, не надо этого сейчас делать, ни в коем случае. Вот, неизвестно, девятка красная, это очень хорошо. У меня между 9 и 10 сидел черный игрок. Вот, семерка черный, вдруг двойка окажется красным, семерка точно черный, не проверяйте его. Я баланс становлюсь седьмым игроком, он точно черный игрок. Вот, все благодарочки, сделайте проверки. Если кто-то мне не доверяет, проверьте всем, но он будет скрываться. И у вас время. Спасибо вам. Господин Бэтмен, минута ваша. Я не понимаю, почему я для вас черный игрок. Что, вы хотите продолжить шерифский круг после того, как он поговорил свою минуту? Хорошо, спасибо. Спасибо и вам, госпожа Джун, минута ваша. Спасибо. Спасибо вам, госпожа спасибо. Лера, минута ваша. Спасибо. Спасибо и вам, господин Астер, минута ваша. Спасибо, пас. Спасибо, госпожа Айришпин. Я просто в шоке. В той игре он сказал, все шерифы уходят, и все послушались, проголосовали. Сейчас он сказал, пасуем, и проговорил, и, может быть, сделал онлайн-договор купоном, и вы делаете шерифский круг. Сейчас у меня тоже мафия 279, но нифига. Проверяется на этой ночи только шестерка шерифа, и я буду слушать следующий круг, две проверки. Все, засыпаем. Спасибо. Спасибо и вам. Город засыпает. Никто не был выставлен. Все одеваются. Все засыпают. Руки на порядок. Низко опустить голову. Не касаться игрового стола. Мастер выходит на охоту и проходит мимо игрока. Номер один. Номер два. Номер три. Номер четыре. Номер пять. Номер шесть. Номер семь. Номер восемь. Номер девять. Номер десять. Мафия сделала свое дело, мафия удаляет. Просыпается новый гриф, и не гриф. У вас ровно 10 минут.
ответ. Что он занимает? Занимает это или нет? 15, 10 секунд рифа. Мафія промахнулась. Ігрок номер 3, господин президент. Ніхто не виставляє таке? Це второй фол, господин Ворон. Ну, хорошо, спасибо, Рада. Спасибо, господин Джокер. Я прошу вас не стучать по столу, бачу. Господин Джокер, минута ваша. Не, ну еще одну коверку шерифу. Спасибо. Спасибо, госпожа Мерседес. Ваша минута. Спасибо. Спасибо и вам, господин Абрам, минута ваша. Неважно, какие сейчас есть проверки, если была проверка для вас, если... Не-не-не, вы меня послушайте. Если была проверка моя, я, ну, красным игроком буду, вот, вам будет проще играть. Я не против этой проверки был. Вот. Но сейчас важно, чтобы никто никого не выставлял. Игрок номер два может по факту оказаться. Вдруг не будет выставлять. Что, вот что вы мне сейчас мешаете? Вот скажите, мне пытаюсь дать позицию еще раз. У вас со мной сходилась позиция. Вы точно так же подозревали игроков 2, 7, 9. Какие у вас были претензии к игроку номер 6? Если у вас совпадает мнение с красным игроком, если у вас совпадает мнение с красным игроком, зачем вам проверка этого игрока, у которого с вами совпадают мысли? Никто никого не выставляет. Будет сейчас третья проверка. Я думаю, что мы выиграем. Спасибо. У вас все? Да, спасибо. Спасибо. Господин Бэтмен, я, в принципе, тоже самое хотел сказать. Хорошо, если у вас шестерка красный, мафия 279, и проверяется хитер. Ну ладно, я не понимаю, как я связываюсь в мафиозной команде. Ты шериф? Спасибо. Спасибо и вам, господа Джо, минута ваша. Ну, давайте порассуждаем. Чего? Почему только шестерки можно говорить? Я тоже не против поговорить. У нас же не сострел? Не сострел. Поэтому чего? У нас выигрышная ситуация в любом случае. Я доверяю игроку по номерам 6. Но мне не нравится вот это вот... я не знаю... Можно вопрос технический? Когда мафия три раза проигрывает, она промахивается, она проигрывает? Есть такое? При четверых игроках. Окей, спасибо. У вас все? Не-не-не-не-не. Мы рисуем и мафию, игроки 2, 7, 9. И остальное стол говорит, да, все классно. А если не 2, а если кто-то другой, то он просто затесался, правильно? Проверить. Кого проверить? И у вас время. Спасибо вам, господа. Лера, минута. Я согласна с игроком номер один, что мы все идем на поводу игрока номер 6. Я выставляю номер 6. И я выставляю игрока номер 6. Слось принято. Я думаю, что он играет очень по-черному. Я считаю, что он мафия. Это первое. Как бы потом... Если мафия промахивается, сколько, два раза, да? То есть у нас было две ночи. Я считаю, что две проверки уже сделаны, да? Детектив уже пора вскрыться, чтобы у нас какая-то картина была. Нет? Ладно, хорошо, давайте еще одну ночь. Хотя, ладно, хорошо, окей. Тем не менее, я считаю, что шестерка черный, а дальше... С кем он играл? 10 секунд. С кем играл шестерка? Не знаю, тебя считаю красным. И у вас время. Спасибо вам, господин Астер, ваша минута. Игрок номер 2 проверенный красный, игрок номер 6 проверенный черный, игрок номер 6 уходит с этого стола. До свидос. Игрок номер 9 красный игрок, потому что игрок номер 9 играет против игрока номер 6. А там, это вот на замечание. Что такое? Кто занервничал? Занервничал? Замечательно, отлично, у нас... Две мафии найдены, это игрок номер 6, игрок номер 8.
Сейчас будем искать третью. Возможно, это игрок номер 3, который поиграл против игрока номер 2, который красная проверка. Возможно, это игрок номер 5. Игрок номер 4 я пока верю. Игрок номер 9 красный, потому что он играет против игрока номер 6. Игрок номер 7. Игрок номер 6 играет очень жестко против игрока номер 7, поэтому он мирный игрок. В сухом остатке у нас 6-8 однозначно мафия. И будем искать между 3-5, ну может быть 1, ну вряд ли. 10 секунд. Сейчас уходит только игрок номер 6, он уже выдвинут. Спасибо. Спасибо вам, госпожа Айриш, 3 минуты. Выступает игрок номер 1. Все прекращают жестикуляцию, слушайте игрок номер 1. Сейчас скажи мне твои проверки на пальцах. Окей, а твои проверки? А шестерку ты не проверяла, как ты знаешь, он мирный? Я просила проверить шестерку, шестерка проверилась. Двойку тоже я просила проверить, двойка проверилась. И... Давайте уберем шестерочку. Да? Чё? Я прошу всех перестать жестикулировать, слушать, как камера один. Окей. Абрам, спокойнее, иначе это будет слово. Что? Ничего не теряем. 10 секунд. Выставить там. Выставить. Нет, я не выставлю. У нас еще двоечка, если хочешь поговорить, троечка. И у вас время. Спасибо вам, госпожа Шторм, ваша минута. Я все больше убеждаюсь, что шестерка в мафии. Да потому что он весь стол вот так вот взял, собрал в кучку. Шестерка мафия. Я знаю, что... я не знаю. Но я знаю, кто я. И он играет против меня. Ты черный. Ты черный, ты не даешь никому слова сказать сам. Ля-ля-ля. Раз. Ля-ля-ля. Два. Я выставляю игрока номер 6. Выставим. Спасибо. Спасибо и вам. И мы приступаем к голосованию. Выставим только игрок номер 6. Господин Абрам, ваша прощальная минута. У вас два фола, будьте осторожны. Я говорю для игроков. 1, 2, 3, 4 и 5. Послушайте меня, шериф игрок номер 8. Сейчас же была для игроков номер 9 и 10. Какая горячка, если там сидит для игрока 9. Послушайте меня, тем более она же просто, она мирный игрок, такой же, как и вы. То есть она же не шериф. Десятка говорит, слушайте меня внимательно, десятка говорит, что она шериф. Я говорю, что сейчас все должны сказать пас. После факта шериф делает еще одну, третью проверку. И после этого, если никто не мешает, послушайте меня. Вы сейчас, вот эта победа очень важна, вот, и сейчас у вас есть предубеждение, я говорил, что двойка может оказаться игроком красным, я говорю, что вы точно красный игрок, что черные игроки 7, 9 и 10, потому что у нее десятка вскрывается лжи шерифом, а 7 и 9 у нее черные проверки, я сказал на своей речи, что семерка это черный игрок, она пошла проверила 7, я попросил девятку черным игроком, но я ошибся в вашем ответе, но вы поймите, я могу ошибиться, сейчас говорю, что вы точно красный игрок, все равно проиграете, вот все равно будете делать в эту версию, все равно вы эту игру проиграете. Точно. А я говорю, что... Ну вот, и тот случай вам может все равно, мне нужна победа. Мяс, спасибо вам. Продолжаем аплодисментами игрокам. Город засыпает. Прошу всех игроков убрать руки и локти с игрового стола. Низко опустить голову, положить руки в первом порядке. Мафия выходит на обложку. И проходит мимо игрока. Номер 1. Номер 2. Номер 3, номер 4, номер 5, номер 6, номер 7, номер 8, номер 9, номер 10. Мафия сделала свое дело, мафия играет. Покупается в дом игры. До следующей игры. Дом получает портрет. Засыпает. Засыпается в шерифах. Доброго погода, утро казалось недобрым, мафия была точна, убит игрок под номером 2. У вас прощальный вопрос. Ну, конечно, недоброе утро. Так, десятый ты шериф, да? А чё вы четверку не смотрите? Он такой тихий сегодня, он такой тихий не был. А что он там прям прижался так? Чё, четверку проверять? В
Восьмерка тоже выходит. Фонтан. Он шарит. Джо, спокойнее, иначе это будет фол. Не знаю, я думаю, что надо четверку еще прокрасить. Кстати, тройку тоже он. Три и четыре. Тройка крас. Беседер. Четверка. Спасибо. Спасибо вам. Пожалуйста. Этот круг начинает господин Джокер. Минута ваша. И господин шериф, покажите на пальцах, кто, какие проверки? Окей. Ну тогда, я не знаю, как другим, по мне, да, десятка, шериф. И двойка уходит самострелом. Ну а как, а что? Вот, поэтому, так, короче, я запутался. Я сейчас, секунду, я все размозгую, может быть, для себя, я пока пропущу свои слова, я послушаю сейчас, тогда я выйду с кем я играю, спасибо. Спасибо вам, госпожа Марсалис, минута. Восьмерка, а кого вы проиграли этой ночью? Его? Чего три? Три проверки? Это 7, 9 и 10. Да? Ты ее проверила, и его проверила черные. А десятку ты не проверяла. Я не понимаю этих мигов. Джо, это первый фол. Я прошу вас вести себя спокойно. Короче, семерка и девятка черные по твоей этой самой, да? Версии. Короче говоря, не ведите себя вот так странно, мне и так тяжело. Блин, я уже забыла, что хотела сказать. 10 секунд. Я выставляю семерку на голосование. Я выставляю игрока номер 7 на голосование. 7 принято. И у вас время. Спасибо вам. Господин Бэтмен, ваша минута. Вы, значит, играете с шерифом номер 8, у которого все три маффина уже нашлись. Значит, все, она может покинуть игру. У него все три мафии нашлись. Выставляю игрока номер 8. Сейчас голосуется игрок номер 8. Остается одна мафия за столом. У тебя есть еще одна проверка. Я на тебя надеюсь. Все, спасибо. Спасибо, госпожа Джо. У вас один фол и минута. Спасибо большое. Я ждала спасибо долго. Спасибо большое. Это устное отвечание. Я ждала долго этой речи. Послушайте. Зачем мне десятку проверять? Он скрывается шрифом вторым. Вот, наверное, он мирный. Первая... первая ночь — 9. Мафия. Вторая ночь — 7. Мафия. Третья ночь... Ну, тут уже смешно. Я просыпаюсь, показываю 10. Ну, что? А что у меня? Кто у меня остается еще? Два у меня мирные уходят. У меня три мафии за столом. И у меня сейчас критика. У него... Кого? Я выставляю игрока под номером 9. 9 мне нет. Все равно, кого вы сейчас вынесете. Вы понимаете, что у меня коалиция, у меня сейчас три мафии за столом. У вас... И что? Вам нужно вынести по балансу... Вам нужно вынести хотя бы одну мафию из моей коалиции. 10 секунд. Вот. Поэтому 7 сейчас уйдет, 9. Мне все равно, голосуйте кого-то. Что он? Он уходит. Хорошо, давайте договоримся, и что у вас он уходит. Время. Спасибо вам. И господин Позитив, я прошу вас не шептать устное замечание. Госпожа Джо. Извините. Госпожа Ева, ваша мать. Ну, понятно, короче. Десятка – это шериф, восьмерка – это лже-шериф. С кем играет восьмерка? Пятерка, то есть пятерка, ты считаешь, что восьмерка это настоящий шериф? Ты до сих пор считаешь? Странно. Значит, ты как бы. Я думаю, что шестерка ушла мафия, восьмерка, понятно, вторая мафия, ну, наверное, пятерка. Потому что единицу я считаю мирной. 100% тройка, я тоже думаю мирной. Четверку считаю мирной. Ну, 10, понятно, с десяткой я играю. Если восьмерка играет против, я знаю, что я красная, понятно, она играет против меня, против десятки, против семерки, значит, семерка тоже мирная. Значит, восьмерка вторая мафия, пятерка
Видимо, третья. Ну, я не знаю, а ты следишь за игрой вообще? Почему ты с восьмеркой играешь? Так, восьмерка у нас выдвинута, да? Я буду голосовать против восьмерки. И я... Город! И у вас время! Спасибо вам, господин Аста, минута. Господин Ильич, кто выдвинут? Игроки 7, 8, 9. Замечательно. То, что игрок 8, 8 выдвинут, это замечательно. Я объясняю. Три аргумента, почему восьмерка мафия. Кто еще не понял до конца. Во-первых, она сразу совершенно случайно находит три мафии. За три кода три мафии. Идеальное попадание. Это первое. Второе. Как спалилась коалиция 8-6? Шестерка на своей последней речи говорит: двойка, двойка, я верен, ты мирная, двойка, двойка. И опа, двойка внезапно умирает. Интересно, почему? Кто нам только что рассказывал про динамику? Двойка ушла, потому что шестерка нарисовал ее, что ее сейчас будут убивать, потому что они не могли два раза подряд сделать сострел. Восьмерка сейчас уходит. Восьмерка, мафия. И у меня остается проверка между шестеркой и пятеркой, уверена, последняя мафия. Единица не знаю. Единица, я считаю, что мирная. Тройка проверенная. Они рисуются ее коалицией мафии, значит, они вдвоем мирные. Единица, я склонен доверять сейчас. И шестерка, вас время. Спасибо вам, госпожа Арешкин, ваша минута. Нифига, восьмерка не уходим, мы играем в баланс. Я сказала сначала 2, 7, 9 мафия, шестерка мне подтвердил. Окей, она проверила по моим словам, по его словам, она сделала проверки. Все нормально, мы играем в баланс, сейчас уходит семерка. Я не знаю, кто настоящий шериф, я не знаю, кому верить. Я хочу посмотреть, кто этот ночью стрелится. Мне это интересно лично. Почему я должна верить? Может быть, теоретически даже, что она ушла самострелом, кстати. Тоже может быть, никто не знает. Но я не знаю, я хочу сыграть баланс. Окей, поищи, пусть она поищет. А что она должна вставать? Что ты должен вставать? Семерка сейчас голосуется, это раз. Мы играем в баланс, у нас ушло два игрока, может быть мирных, а может быть одна мафия. Я не знаю, кто там. Семерка сейчас уходит, это проверка черная, одного из детективов. Ты черную проверку нашел только одну, она твоя ушла, пусть ее и у вас уйдет. Время! Спасибо вам, я прошу всех игроков слушать речи других игроков. Прекратить немного ДТЗ глухонемых. Господин Позитив, ваша минута. Все слушают игрока номер 3. Мы как бы сейчас, очевидно, номер 7 уходит. Игроки вот 3, 4, 5, 8, я 8 верю, 1. Вот это красная коалиция. Сейчас мы плят-лят выиграем. Не веришь пятерке? Я думаю, что у них они не попали. Сейчас он навел на 8, сейчас ее, скорее всего, уберут. Он навел, это было видно. Я как бы... Ты даже как бы, если шериф говорит, что раз, два, три, все черные, смысл как бы не доверять. Он меня проверяет, да, я красный игрок. Как бы, да, ну, он черный шериф, он здесь велся зарабатывать. Он меня не купил, понимаешь, в чем дело. Здесь только как бы сейчас... шестерка, как бы, да, он просто чуть-чуть вначале запутал игру. Двойка ушла, он наконец-то ее, ну, сострелялись они. Сейчас главное семерку, потом... И у вас время! Спасибо вам. Дамы и господа, мы переходим к голосованию. Прошу всех убрать руки и локти с игрового стола. С этого момента за любую жестикуляцию я буду ставить фолы. Выставлены игроки 7, 8, 9. Черт в порядок, 7, 8, 9. Внимание! Кто голосует против? Игрока номер 7. Прошу голосовать. Спасибо. Прошу держать руки. И поставьте, пожалуйста, руку. 5 голосов принято. Игрок номер 7. Вас посчитали мафия. Ваша последняя минута. Господин Бэтмен. Вы голосуете против меня. Значит, это вы типа играете в баланс или у вас восьмерка шериф? Ты не знаешь. Ты не знаешь. Ты просил десятку проверить тебя. Но ты не знаешь. Ты голосуешь меня. Девятку. Что? Семерка. Баланс, типа. Понятно. Ну ладно, так по настоящему шерифу. Мафия 6, 8 и 4 или 5. Ладно, сделай проверку между 4 и 5, потом сам уже разберешься. Спасибо. Я думаю. Спасибо. Поражал аплодисментами. Никогда.
повязки и... Доброе утро, город! Утро оказалось добрым, смертей нет. Госпожа Мерседес, ваша минута. Господи. Господи, это устное замечание. Я очень надеюсь, что шериф Десяточка все-таки поверил в мои, видимо, неубедительные речи, что я такие красные. Вот, посмотрим, кого вы проверили. Вы проверили кого? Четверку. И какая? Красная. Угу. А мне, значит, и дальше никто не... Вы специально это делаете или что? Интересно меня подозревать. Восьмерка, а вы что-нибудь делали? Вот вы утверждаете, что тоже шериф. Ничего не делали. Угу. Просто так сидели. Да. У меня, честно говоря, вот я верю только тройке. Честно говоря, это устное замечание. Я верю тройке. Единице склонна доверять, с девяткой что-то мне не очень понятно, и с восьмеркой тоже как-то... 10 секунд. И я не могу, сейчас понять из вас, кто из вас что. Вы оба очень убедительные, но это подозрительно. Кто-то из вас таки врет. Время, спасибо вам, господа Джо, ваша минута. Группа номер 5, уважаемая Мерседес. Я нашла 3 мафии уже в предыдущей ночи, мне делать нечего, я даже не просыпалась. А что мне делать? Кого? Я проснусь, проверю 3 мирно, проснусь 4, проверю мирно, проснусь 5, проверю мирно, проснусь, может, себя проверю. Что мне делать-то? Ну так вот, объясняю, что делает игрок под номером 10. Он доводит себя до такого состояния, когда ему надо кого-то давать черным, а он не хочет давать черным. Кого? Поэтому он сейчас будет давать до опупения красные проверки. Почему? Потому что ему нужны ваши голоса. Потому что я... У тебя кто мафия? Давай, вот либо 1, либо 5, правильно? Давай, проверишь в следующую ночь. А сколько нас? 1, 2, 3, 4, 5, 6, у нас 7 человек, к сожалению. Я бы предложила с нас просто с тобой брать и все. 10 секунд. Я понимаю, я считать умею, спасибо. Спасибо. Устное замечание. Выставляю игрока под номером 9. Принято, и у вас время. Спасибо вам. И я прыгну к номеру 3, игрока номер 9. Игрок номер 9, ваша номера. Город, ну что такое, что опять происходит? Мы опять ходим по кругу. Давайте, раз вы любите играть в баланс, вынесли семерку, да, которую восьмерка была черная проверка, значит, сейчас по балансу у нас уходит восьмерка, да? Все согласны? Мы играем в баланс, нет? Так, ну пятерка, ты еще больше черня для меня. Что нет? Ну, что такое баланс, да, на секундочку? Вот у нас сейчас критический круг на 7 человек. Да, вынесли семерку, значит, сейчас по балансу ходит восьмерка из разных лагерей, да? Я выставляю игрока под номером 8. 8 принято. Что? Ну, реально, я не могу понять, что происходит вообще. Игрок номер 1, с кем ты играешь? Вы. 10 секунд. Игрок номер 3. Прикалывайтесь. Игрок номер 4. Ну, игрок номер 5, я не знаю. И мне вас хочется подумать, что вы из просто мяс. За... Спасибо за... вам. Господин Аст, у вас 2 замечания и минута. Игрок номер 9. Мы сейчас не по балансу будем восьмерку выносить, а просто. Потому что восьмерка за этим столом не нужна. У нее все 3 мафии найдены давно. Она тут сидит и фигней страдает. Она не помогает городу, даже если вы все уверены, что я мафия. Она вам не помогает.
Она вам все уже давно сказала. У нее найдены три мафии 7, 9, 10. Причем ей не важно, кого выдвигать. Она предыдущий ход, там семерка была выдвинута, она выдвигает девяточку, чисто поджать. Ну а что нет? Сейчас уходит восьмерка. Я еще не нашел третью мафию. У меня мафия между единицей и пятеркой. Ну, потому что девятка не может быть, тогда это абсурдная игра получается. У меня тройка проверенная мирная, которая в зубы играет с мафией. Это вообще печаль. Четверка колеблется хотя бы, хоть что-то. Пятерка меня постоянно убеждает, что она мирная, что ее надо проверить, что она мирная, что она мирная. Единичка изначально играла со мной. 10. Восьмерка выдвинута? Кто выдвинул, господин ведущий? Пятерки 9 и 8. Замечательно. Единичка изначально со мной играла, потом вроде переобулась, вообще непонятно. И у вас время. Спасибо вам, госпожа Айриш, 3 минуты. Понимаешь, у тебя печаль одна серьезная. У тебя один черный, одна черная проверка это 6. А больше у тебя черных проверок нет. Я знаешь. Спокойнее. Да. Двойка ушла самострелом, да? Два у тебя красная, три у тебя красные, четыре у тебя красные. Да? Девятку ты не проверял. Вы пропускаете. Получается, девятка черная по-любому. Так что ты не проверял. Шестерка у тебя черная. Я знаю, что я красная. Я верю пятерке. Пятерка, скажем, она там последняя мафия за столом, да? Ну тогда у тебя только две мафии за столом, что тогда третья. А, восьмерка третья, понятно. Восьмерка у тебя мафия третья. Вот, девятку ты не проверял, и пятерки я верю. Я сейчас буду голосовать за девятку, а потом я буду готова убрать и восьмерку, и десятку. У меня нет проблем. И по балансу. Давайте. Че? Сейчас десятку. И у вас время. Спасибо вам. Игрок номер 3, господин Позитив, минута. Мирный. Сейчас десятку. Это уже не детектив. Он только красные проверки. Но такого не бывает. У него 4 проверки, все красные. Или 3. Все, это абсурд просто. Мне уже жалко мафия. Я выставляю номер 10. И предлагаю сейчас 9. Я выставляю игрока номер 10. 10 принято. Сейчас 9 мы, это уйдет третьим. Сейчас ночью, я не знаю, кого они стрельнут. Но они ее держат, потому что уже не знают, что делать. Ну, игра как бы наша, все. Сейчас правильно голосуем. 10, 9. Конце. Все. Спасибо. Спасибо, господин Жак, и ваша минута. Доброе утро. Я да, буду соглашусь с игроком номер 1. Уходит девятка. За столом остается одна мафия. Сейчас. Нет, сейчас за столом две мафии. Договориться они не могут. Они мажут. И поэтому почему-то. Нет. Договориться рядом сидящие люди очень-очень должны договориться. Ну, под перестукиванием. Пятерка у меня уходит в черный цвет, если уже так. Аста, у вас 3 замечания, я вас очень прошу. Уйдет в черный цвет, да. Молчите. По этой причине. Вот, сейчас восьмерка. Восьмерка уйдет на следующем кругу. И у вас время. Спасибо вам. Дамы и господа, мы переходим к голосованию. Начиная с этого момента, никто ничего не показывает. За жестикуляцию любую с этого момента буду ставить замечание. Все берут руки со стола. Господин Джокер. Выставлены игроки. 9, 8, 10. Еще раз порядок. 9, 8, 10. Внимание, кто голосует против? Игрока номер 9. Прошу голосовать. Спасибо, это большинство. Госпожа Лира, у вас четыре мафии, ваши минуты. Ну что, город, вынести мирного игрока. Вам сказано было уже десятки раз, восьмерка, черная, как непонятно-то. Все, значит, выносите хорошо, меня вынесли, радуйтесь. Выносите восьмерку хотя бы по балансу, хотя бы сейчас уже. На третий раз уже восьмерку вынести наконец. Спасибо, удачи. Спасибо, поражал мой смерть, игрока номер 9. Город засыпает. Я прошу всех несколько секунд.
Доброе утро, город. Утро оказалось добрым для города. Мафия опять промахнулась. Игрок номер 8, госпожа Джу. Ваша минута. Отлично. Так вот, у тебя опять красная проверка? А, пятерка? Мы определились со шрифом? Отлично. Ну так, выставляю игрока под номером 10. 10 принято. Как неудивительно, я опять никого не проверяла этой ночью. Не надо эти вопросы задавать. Итак, объясняю, почему я играла шестеркой, например. Потому что шестерка мне дает девятку и семерку черным. У меня нет причин с ним не играть. Именно по этой причине десятка выдвигает поставляет его черным игроком, потому что он сливает и девятку, и семерку. Я не помню, он ушел до того, как... Да, он ушел после того, как девятку сказал. Потому что я семерку сказала, я вторую семерку проверяла. Двойка, а что двойка? Он давал отстрел на двойку? Двойка мирная. Прости, я очень надеялась, что мы с тобой будем в одной коалиции и так вот шахнем, но нет. Время. Спасибо вам. Господа, у вас три фола, вы ничего не говорите и ничего не выставляете на этом кругу. Вы не можете выставить? Нет. Вы не можете. Госпожа Айриш, ты ваша минута. Можно спросить? Да. Мы можем поделить стол и убрать двоих? Или никак? Да, можем. Окей. Делим стол. Восьмерка сейчас уходит и десятка уходит. Они нам не нужны. Все нормально. Если осталась последняя мафия, пятерка мы ее уберем. Если две мафии, у нас будет этический круг по-любому. Мы сейчас делим стол. Я голосую. Я, тройка, четверка голосуем против восьмерки. Правильно? Пятерка. Подождите. Нет. Ты должна проголосовать против... А, десятка должен против себя. Окей. 10, 1, 3 голосуем против восьмерки. 4, 5, 8 голосуют против десятки. Делим стол и два шерифа уходят. Вы не нужны, нормально? Делим стол. Все согласны со мной делить стол? Все согласны? Кто не согласен делить стол? 10 секунд. Два шерифа должны уйти. Все. Мы не знаем, кто шериф. Два шерифа должны уйти. Мне пофиг. Если ты сейчас не будешь делить стол, то я поставлю игрока номер 8. Спасибо вам. Вы не успели выставить. Я прошу вас выражаться более корректно. Господин Позитив, ваша минута. Билим стол. Зачем? У нас десятка черная. Если он позади на пятерку, она красная, я решил на черную, у него жила мог вырезать. То есть, ну он просто, он не знал, что делать. Он сейчас не знает, что делать. Ну, заканчивать надо игру. Десятка сейчас уходит, и все. А, вдвоем? Я прошу всех умерить спекуляцию. Я... 1, 3, 4, куда голосует? 8? А, 10, 1, 3. Алиш, прекратите, пожалуйста. Я выдвигаю номер 10. Выставляю. Я не хочу пилить стол. Зачем? Сейчас кто-то из них сделает ошибку, и еще один будет раздача, понимаешь? Сейчас кто-то может сделать ошибку просто. Или он как бы... 10 секунд. Я прошу всех игроков умерить жестикуляцию. Две мафии, Влади? И у вас время. Спасибо вам. Господин Джокер, минута. Доброе утро. Сейчас два игрока уходят вместе. Шерифы не нужны. Вы сказали все, что вы думали. Спасибо. Остается. Все? Если мы не выиграем, остается одна мафия. Мы ее найдем. Остается пятерка. Выставляю игрока номер 8. Выставляю 8. Игрока номер 10. Принято. И все. И 10, 1, 3 голосует 8, 4, 5, 8 голосует в десятку. Все, всем понятно? Тройка игроков в восьмерку, наша тройка в десятку. И кто будет срывать? Спасибо. Спасибо, госпожа Мерседес, минута. Нет никакого смысла пилить стол. Десятка абсолютно стабильна. Мафия. Она меня красную очерняет. Можно, конечно, пилить. Но как уже это действительно заметила тройка, уже были такие прецеденты, когда срывали голосование. Зачем тебе, вам четверка, этот пилеж? Я уже присутствовала при играх, когда это просто-напросто все срывалось. И да, конечно, можно, но я боюсь, что будет ошибка. Я красная. Когда он мне заявил, что я черная, мне стало все абсолютно понятно. И вот тройка. И ты будешь сейчас срывать голосование.
Все голосуют за восьмерку, она уходит. Я не буду срывать голосование, чтобы хотя бы таким образом довести игру до этого самого. Но я не вижу никакого в этом смысла. Вот и все. 10 секунд, спасибо вам. Дамы и господа, мы приступаем к голосованию. Начиная с этого момента, никто ничего не показывает. За любую жестикуляцию сейчас я буду ставить замечание. Выставим два игрока, игроки номер 10 и игрок номер 8. Первым будет голосоваться игрок номер 10, вторым игрок номер 8. Внимание, кто голосует против игрока номер 10? Прошу голосовать. Спасибо. Два голоса. Игроку номер 8 отходит 4 голоса. Господа Джоус, почитали мафии, ваша минута. Давайте так. Это очень плохо. Очень плохо. Очень плохо. Хорошо, поразмышляем. У вас как бы, у тебя осталась вот одна мафия, правильно? У меня осталась одна мафия. Правильно? Окей. Ночь. Кто-то отстреливается. И у вас угадайка. Я вам искренне сочувствую. Я, конечно, за свои три мафии получу что-нибудь. Послушайте, Ариш. Вот, допустим, вы нас сейчас вынесли бы вдвоем, да? Если бы существовал такой бы вариант, что она мафия, игра бы продолжилась. А, понимаешь? А если бы вы бы нас вынесли, игра бы не продолжилась, вы бы уже выиграли. У вас win-win situation. Я сейчас нелогично что-то сказала? Я думаю, что я достаточно грамотно и логично вам объяснила, и вас что стоило. Время. Спасибо вам. Продолжаем игрока номер 8. Аплодисменты. И скоро выступает. Все трупы молчат, ничего не говорят. Идите поговорить, идите куда-то в другое место. Все слишком раздорвут, вот руки на повязке. Партия выходит на охоту. И проходит мимо игрока. Номер 1. Номер 2. Номер 3. Номер 4, номер 5, номер 6, номер 7, номер 8, номер 9, номер 10. Мафия сделала свое дело. Мафия ударяет. Спайс на домикре, ищите ритм. Получает в ответ, засыпает. Засыпается шериф игры. Шериф ищет мафию. Доброе утро. Утро оказалось недобрым. Убит игрок под номером 3. Господин Позитив, ваша минута. Че, убили меня, потому что я ебанул. Играю против десятки. Да? Кого ты проверил еще кого-то? Красная, она одна осталась. Ну, вот сейчас остается 4 игрока. Если вы не убьете десятку, то ночь как бы будет, ну, ночью как бы будет все. 4 и 5. И 1. Объединитесь, сделайте правильное решение. 1, вы тоже начали заблуждение, там это, 5, мафия. Ну а что нам это? Она мафия? Если бы он сделал, то есть ты не... 10 секунд. Специально? Да? Ну хорошо. И у вас время. Спасибо вам. И продолжаем. Давайте начнем с полов. Господин Астро, у вас 3 пола. Господин Джокер, у вас инфо. Госпожа Айришкрин, у вас 1 фол. Мерседес, у вас 0. Господин Аста, ваша минута, у вас 3 замечания, будьте аккуратны. Я выдвигаю игрока номер 5. Игрок номер 5 принято. Это была фатальная ошибка сейчас с вашей стороны. Единственный играл с вами. Единственную четверку я вроде бы более-менее хотя бы переубедил. Ну или они хотя бы сомневаются сейчас. Раньше они тоже были, особенно единственные, с вами против меня. Сейчас выходит игрок номер 5, игра наконец-то будет закончена. Я признаю, что это было долго, долгий путь до пятерочки,
Но у меня двойка с тройкой сидели в данном свете, поэтому я проверил двойку. Потом я был уверен, что тройка мафия, он тоже оказался мирным, продолжал играть как с неправильной командой, скажем так. 5, 6 и 8 это мафия. Спасибо. Спасибо. И вам, госпожа Айриш, 3 минуты. Я вам скажу, мне сначала как бы шестерка нравилась, он говорил, мне отстреливайте меня очень эмоционально, и я думала, что он мирный. Вот. Но пятерочка, ты промахнулась. Единственное, ты все игры в этом чемпионате играла мирной, ты просто, наверное, не смогла стрелять ночью. У меня как бы проблема с тобой, понимаешь? У тебя, наверное, выпала реально мафия. Ты готова проиграть Асте? Честно, если он мафия... Честно, это устное замечание. Окей. Готова ему проиграть, потому что она плохо сыграла. И он бы не промахнулся. Так. Он сидел и нормально с девяточкой. А, не с девяточкой. Он, короче, он бы сделал договор. Онлайн, он не онлайн. Он столько лет играет, он бы уже, блин, не знаю, порвал бы всех. Не может быть так, что столько промахов. Человека, который столько играет за 10 секунд. Вот, сейчас голосуется игрок номер 5, выставляю. Все равно, пусть игрок номер 10 постоит, выставляю игрока номер 10, пусть постоит. 10 примеров. И у вас 5. Время. Спасибо вам. Господин Джокер, минута. Доброе утро. Что? Кто выставлен? Игроки 5 и 10. 5 и 10, окей. Я все-таки, да, буду склонен к тому, хотя в прошлой игре у нас был вот, тоже пример, что когда мафия стреляет в разнобой, потому что так хочется и так задумано, вот, поэтому может быть, вот, взять, убрать двух игроков, убрать 10 и 5, вообще будет весело. Нет, я буду голосовать пятерку. И это единственный, как я думаю, что это реально, ну, что-то получается не так, что вы не договариваетесь. И мне кажется, что да, если мафия сидит рядом, что бы ни случилось, они бы смогли договориться. Здесь видно, что что-то не получается. 5 секунд. Спасибо. Спасибо вам. Госпожа Мерседес, минута. У меня такое ощущение, что и десятка, и единица мафия. Я вот не знаю, как бы, насколько это логично по правилам. Может ли быть такое, что когда две мафии за столом и два мирных, как бы то типа, игра продолжается? Это такое может быть? Я не буду отвечать. Я красный игрок. И ты тоже себя ведешь для меня как черный. Я не могу понять. Вот как бы вы все ведете себя как черный. Я не могу понять, что тут происходит у вас вообще в головах. Каким образом я могу быть мафией? Ты говоришь, что я промахиваюсь и все остальное. А что, кроме меня здесь вот никто специально ничего такого не делал? Ну так и все делали, все прекрасно знают. И ты прекрасно знаешь, что если бы я, допустим, была мафией, то я бы единственная мафия была бы за столом, уже получается, по вашему. 10 секунд. То, соответственно, я бы не промахивалась. Как я могу быть с ним в связи, даже если я подозреваю, что мафия может быть здесь только одна? И у вас время. Спасибо вам, дамы и господа. Мы переходим к голосованию. Выставлены два игрока. Игроки номер 5 и игрок номер 10. Первым голосовался игрок номер 5, вторым игрок номер 10. Внимание! Кто голосует против игрока номер 5? Можете голосовать? Спасибо. Голоса игрок номер 5. Вас посчитали мафией. Ваша мафия. Ну вы проиграли, товарищ. Что вам сказать? Я мирная абсолютно. И как бы... Вы еще осознаете свою ошибку, когда вот сейчас окажется, что вы мирные проиграли. Все, меня спасибо. Спасибо. Прошу аплодисментов игрока номер 5. Я прошу всех немедленно одеть повязки. Не спустить головы, положить руки на повязки. Мафия находит на опору и проходит мимо игрока. Номер 1, номер 2. Объявляю победу мафии. Вот все ваши знали изначально, и все
Извините, прокат. Вот как такое возможно? У меня слов нету! Тихо, тихо, Абрам, там дети сидят. Это придумала про то, что я промахиваюсь. Да я уже на кто мог промахнуться? Пятерка? Можно вопрос? А как у тебя еще единица может быть мафия, вот скажи. Да, как единица может быть мафия? 2 на 2, что ли? Ведущий хочет помучить опять мирных жителей. Ты же сама сказала, подели 3 на 3 и пусть уйдут. Ты же сама это сказала. Я не хотела делить. Так какая тебе... Восьмерка сидит на ребенке. Давай я тебе объясню. У тебя... Они для меня послушай они меня! Восьмерка должны быть вообще! Итак, может, они плохо собирались! Yeah.